Нет, я просто балдею от них. Я просто торчу. Какие классные, классные ботинки, ребята. И это просто прикол. Я просто тащусь. Каждый день бы привозили посылочку мне. Каждый день бы присылали мне что-нибудь класснючее. Кстати, видите, голубой цвет. Это вот у меня сейчас по теме. Я люблю все такого цвета волны морской. У меня такой же коврик. Такой же коврик в туалете. Вот у меня, пожалуйста, картинки, принты с океана, потому что я просто тащусь от этого вот, от этой темы в этом году. Поэтому у меня все в этой теме немножечко. А, да, ну вот постель тоже в этом плане. Несмотря на то, что у нас погода такая вся. Ну, видите, бассейнчик у нас тоже голубого цвета. Погода у нас такая тоже холодная, холодных тонов. В этом году лето ужасно нехорошее. Но несмотря на все это, я очень люблю элементы одежды с вот таким вот голубым цветом. Вот хожу я и тащусь. Я не знаю. Женщины все-таки мы такие любители тряпок и шмоток. Я обожаю вещи. Но вот пришло что-то, пришла пара обуви, и вот я. У меня уже такое настроение поднятая, но я нужно вот так заказывать понемножечку каждый раз, чтобы был какой-то праздник. Не знаю, нравится мне это. Нравится, нравится, нравится. Позвонили и убежали. Что за черт? И оставили посылку. Вот, пожалуйста, тебе. Смотрите, цветочки. Погода сегодня дико холодная. Так вот привозят посылки. Наши помидорчики растут. Ой, ой. Это, конечно, не дело. Что нам прислали? Ой, вот такие вот классные тапочки. Они стоили $80. Я их купила за 40. Алдо. Неплохие тапки, между прочим. Это кожа у нас, сделанная из кожи. Топтошки, мои любимые. Интересно, размер подойдет для меня или нет. Мне очень нравится голубой цвет. Здесь такой бирюзовый, приятный. Ну и серебро. Оно как бы модно. Ну-ка, посмотрим, что за тапки. Вообще очень понравились мне эти тапки. Посмотрите, ребята, какая работа. Здесь вот из такого натурального материала. Мне кажется, нужно здесь стельки все-таки. Очень хороший материал. Шибку, потому что они будут большие для меня. Мой обычный размер от 6 до 7, где-то так. Вот, ну а я тут заказала на 7,5 на всякий случай. Вот эти, например, как раз мне. И даже вот слегка узковат. Я не знаю, оставлю я их или нет. Попробую походить немножечко дома. То есть размер больше моего наполовину оказался мне как бы нормально. Сейчас я попробую показать вам при дневном свете. Потому что они все-таки с лампочкой немножечко отражали. Вот они очень даже неплохие. Очень даже неплохие тапочки. Мне нравятся. Тапочки. Да, они в них, ты чувствуешь себя как в тапочках. Очень такие приятные. Расцветка приятная. Ну, кожа очень удобная. И сейчас вот эти вот элементы, они удобные. Ну, популярная сейчас эта обувь. Мне нравится. Видите, сделано все, конечно, безукоризненно. Внутри вот такой вот материал сделан из типа натуральной веревка, не веревка, как это назвать, я не знаю. Из натурального такого материала. И вот это вот тоже элементы Nature присутствуют, что очень популярно сейчас во всех брендовых. Ну, Aldo это средний бренд, не шибко дорогой, но и не дешевый. Вот, шьют они прекрасно, у меня от них уже были много обуви было. В общем, мне нравится.
И вторые я купила за... Тоже была скидка. Я купила, потому что была скидка. Зачем платить полную цену, когда можно купить то, что тебе нравится, со скидкой? 84, мне казалось. 84, потому что это не кожа, да. 84 была оригинальная цена, а я заплатила за них долларов... В общем, я за все вместе заплатила $80 вместе с пересылкой. Вот такие вот, по идее, должны быть очень удобные тапочки. Ой, ой, так, для... Это не кожа уже. Если первые тапки были кожаные, то вторые не кожа. Померяю сейчас. Девчонки, скажите мне. На каждодневную носку с вот такой деталь. Здесь есть деталь замочек, потому что каждый раз завязывать шнурки неудобно, поэтому замочек поможет влезть быстро, теоретически поможет влезть быстро в ваши, влезть в эти ботинки. Но еще деталь такая. Я не люблю очень много деталей, но эти мне показались такими миленькими тапочками. Сейчас померю, посмотрим, что, как оно выглядит. Вот он еще замок, который мне поможет быстренько влезать в ботинки. Да, значит, здесь два замка. Я этого не заметила, когда я заказывала это в онлайн. Видите, вот этот замочек сделан для декорации, а вот этот замочек несет... Ой, да что ты будешь делать? А этот замок несет функцию в себе. Сейчас я посмотрю, нравится ли мне это все дело и оставлю ли я... Но на самом деле удобная обувь нужна, тем более по такой цене. 82 доллара заплатила за все вместе, за обе пары, вместе с пересылкой. По-моему, цена неплохая. По-моему, очень удобные тапочки. Мне нравятся. В плане удобства очень удобные обе пары. Но я что заметила, у Aldo все-таки... Все-таки у Aldo они узковатые немножко. Колодка я заказала размер 7,5 US. И на мою ногу оказалось, они все-таки немножечко узковатые. Но я когда заказала 7,5, я подумала, может быть, я сделала что Aldo шьет узкую обувь. Ну, смотря, конечно, у них здесь не было маркировки white или not white. Да, это вот интересный материал. Для путешествий она как бы практичная обувь. В дождь в них не походишь, но кто заинтересован, заказывайте прямо сейчас, потому что они их уже мало там оставалось по размеру. И я вам дам ссылку. Это Aldo, магазин Aldo. Мне кажется, такие очень приятные. Во-первых, они очень удобные. Первый плюс. Дальше они они так нейтрально смотрятся. Я люблю светлую обувь. Мне кажется, что она ко всему подходит при обычном свете. Это не кожа, но если бы это кожаные были, они бы стоили гораздо дороже. Здесь тоже вот прошивка вроде бы сделана, все хорошо. Мне нравится. По такой цене неплохо. Замочек, который позволяет тебе легко в них влезать. Мне нравится. Ребята, оставляю.